Гречка при похудении, можно ли есть на ночь? Добавить комментарий. Ваш комментарий. Популярные разделы. Цветы розы актуальные. Осенью популярные статьи. Поиск по сайту найти. Химический состав. И пищевая ценность гречки. В сотый год крупы содержится 75 грамм углеводов. И это примерно 81% всей энергии из порции или 300 килокалорий. Калорийность продукта составляет 346 килокалорий. Состав гречки: белки 11,73 грамма 15,6%, жиры 2,71 грамма 3,2%, углеводы 74,95 грамма 24,2%, вода 8,41 грамма. В гречке нет жирорастворимых витаминов. Из водорастворимых можно встретить витамины группы В 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 9, в 1 – 18, 7%, в 2 – 20, 8%, в 3 – 32. Больше чем 1%, в 4 – 10, 8%, в 5 – 24, 7%, в 6 – 27, 2%, в 9 – 10, 5%. Что касается микро- и макроэлементов, то их в составе продукта также очень много: магний 230 мг, кальций 18 мг, калий 460 мг, цинк 2,4 мг, селен 8,2 мг, фосфор 347 мг, железо 2,2 мг, медь 1,1 мг, марганец 14 мг. Гречка имеет средний гликемический индекс, показатель варьируется в пределах 55-60 единиц. Ее рекомендуется включать в рацион людям с сахарным диабетом. Полезные свойства гречки. Польза крупы доказана научно. Употребление продукта полезно всем и в том числе желающим похудеть. Гречка дает чувство насыщения и снабжает организм полезными веществами, ускоряет метаболизм. Снижает содержание холестерина. Выступает в качестве антидепрессанта. Помогает бороться с усталостью. Гречневая каша помогает в борьбе с раковыми клетками. Помогает при иммунных сбоях и отеках. Регулярное употребление гречки способствует нормальной работе ЖКТ. В крупе содержится большое количество растительного белка. Отличный вариант для тех, кто не ест мясо. Гречка имеет высокую калорийность, но не способствует набору веса, медленные углеводы постепенно расходуются. Продукт насыщен клетчаткой. Отлично выводит шлаки и токсины, очищает организм. Можно ли употреблять вечером на ночь при похудении? Лишний вес – проблема, которая затрагивает не только женщин, но и мужчин. Каждый хочет иметь красивое и стройное тело. И среди всех диет особенно выделяется гречневая диета. Если внимательно ознакомиться с составом гречки, можно увидеть большое содержание углеводов. Есть на ночь гречневую крупу не рекомендуется, это может привести к набору лишнего веса. Можно ли есть при похудении после 6 вечера? Не рекомендуется. Углеводы не смогут разойтись на нужды бодрствующего организма. Похудение не будет таким эффективным, как хотелось бы худеющему человеку. Оптимальное время для приема гречневой каши – завтрак и обед. Как употреблять во время похудения? Рекомендуется готовить каши на воде или просто запаривать их. Получается простое и низкокалорийное блюдо. Лучше всего запаривать крупу на ночь. Готовый продукт делят на несколько приемов пищи. Когда лучше есть гречку при похудении? Количество каши, которую можно съедать за день, зависит от используемой диеты. Медленные углеводы не могут быстро расходоваться, но это не значит, что крупу можно употреблять в пищу килограммами. Тут важно рассчитывать калорийность каши с другими продуктами. На воде гречневую кашу во время похудения варить не рекомендуется. Гречка, которая настоялась на воде, намного полезнее сваренной Т. Она сохраняет все свои полезные вещества. Рекомендуется съедать за 3-4 часа до сна, например, человек ложится спать в 23 часа, значит, последний прием пищи должен быть с 19 часов до 20 часов. На кефире каша на кефире – самый популярный способ быстро избавиться от лишней жировой прослойки на теле. Сама по себе гречка сухая, но с кефиром получается рассыпчатой и полезной. Лучше всего использовать обезжиренный продукт. Кашу можно заливать кефиром или просто запивать. Какой может быть вред от гречки? В первую очередь важно следить за количеством съеденного продукта, чтобы не появилась аллергическая реакция, зуд, отек губ и так. Далее также могут появиться желудочные спазмы.
Гречневая диета может навредить диабетикам и людям, которые страдают серьезными заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Другие возможные противопоказания: сахарный диабет, болезни почек, сердечная недостаточность, гипертония и гипотония, нарушение работы ЖКТ, наличие интенсивных тренировок. Заключение. Гречневая крупа – полезный, безопасный и вкусный продукт, который часто используется при похудении. Организм не только будет получать полезные вещества, но и избавится от токсинов и шлаков, а также лишней жировой прослойки. Самое главное – соблюдать правила приема и не переедать. Что будет, если есть только грудку с гречкой? Минимализм в еде. Watch this video on YouTube.